В Люберцах прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли решение по ряду вопросов. Тему продолжит Богдан Колесников. В состав муниципальной собственности включили 23 автомобильные дороги общей протяженностью 6,5 километров. Их выявили в процессе инвентаризации в населенных пунктах Красково, Малахов, Катамилина, Егорова, Марусина, Машкова и Чкалова. Это позволит надлежащим образом организовать их содержание и эксплуатацию. Документы в установленном порядке согласованности, замечания, предложения учтены. Также в собственность городского округа Люберцы переданы сети холодного водоснабжения и сети водоотведения, которые проходят по территории городка А. Данные после того, как будет принята муниципальная собственность, будет передана единым гарантирующей организации, которым является Люберецкий водоканал. Соответственно, средства на содержание и текущий ремонт данных сетей будут затрачены со средств Люберецкого водоканала в рамках тарифа, связанного с содержанием данных сетей, утвержденным для них комитетом по ценам тарифам Московской области. На заседании обсудили изменения в положении об общественной палате городского округа Люберцы, а также в генеральный план муниципалитета. Будут откорректированы границы деревни Пихорка и поселка Октябрьский, предусмотрят расширение Новолюберецкого кладбища. По всем вопросам решение принято единогласно. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.